Вчера, 31 июля, поселок Зайцево вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Порядка 50 мин обрушила на поселок артиллерия украинской армии. Со слов Ирины Дикун, директора КП «Зайцево-сервис», крупных повреждений нет. Большей частью пострадало остекление домов. После прекращения обстрела украинские военнослужащие включили гимн Украины, который было слышно на весь поселок. Ну, вчера где-то около 6 часов начался обстрел со стороны Украины. Вложилась с 80-ка, 120-ка. Прямых таких прям серьезных попаданий нет. В основном остекление. Но зато людям навредило очень сильно. В каком плане? Перекопало огороды. Жертв, слава богу, нету за эти две последние ночи. Ну, в конце ихнего, как вам сказать, обстрела, да. Они еще включили гимн Украины. Сегодня, 1 августа, исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько вместе с начальником управления ЖКХ Игорем Горбатовым посетил Зайцево, чтобы зафиксировать последствия обстрела со стороны ВСУ в ночь на понедельник. Представители администрации встретились с пострадавшими жителями поселка. Сегодня у вас что падало? Вчера сильно. Вчера ночью, вот вечером. Вчера у нас получается, вот у меня прошлось по огороду полностью. Да. Штук 12, наверное, упало. Туда дальше. Ну. После посещения Зайцева Иван Приходько отправился на поселок Шахты 6-7, где познакомился с представителями поселка и назначил сход местных жителей на четверг. Во время знакомства люди рассказали об острых проблемах, таких как длительное отсутствие воды и разрушенное обстрелами жилье. Иван Сергеевич взял под контроль данные вопросы и пообещал в четверг, 4 августа, более детально разобрать каждый из них на общем сходе жителей поселка Шахты 6-7. Ну, это лично на каждого разобрать. Да, нет, ну, Володя, мы сейчас собрали списки пустующих квартир. Просто вы же тоже должны понимать, что те квартиры, которые там, это частная собственность. Мы будем сейчас вести переговоры со всеми жильцами, ну, хозяевами квартир. Мы же не можем, мы же не бандиты, мы можем прийти и открыть квартиру. Спасибо, приезжайте. И чтоб только нам сказали, чтоб только нам сообщили, а то у нас... Так я говорю, а то у нас...